Самуил Маршак. Хороший день. Вот портфель, пальто и шляпа. День у папы выходной. Не ушел сегодня папа, значит, будет он со мной. Что мы нынче будем делать? Это вместе мы обсудим. Сяду к папе на кровать, станем вместе обсуждать. Не поехать ли сегодня в ботанический музей? Не созвать ли нам сегодня всех знакомых и друзей? Не отдать ли в мастерскую безголового коня? Не купить ли нам морскую черепаху для меня? Или можно сделать змея из бумажного листа, если есть немного клея и мочалка для хвоста. Понесется змей гремучий выше крыши, выше тучи. А пока, сказала мать, не пора ли вам вставать? Хорошо, сейчас встаем, отвечаем мы вдвоем. Мы одеты и обуты, мы побрились в 2 минуты. Что касается бритья, брился папа, а не я. Мы постель убрали сами, вместе с мамой пили чай. А потом сказали маме: «До свидания, не скучай». Перед домом на Садовой сели мы в троллейбус новый. Из открытого окна вся Садовая видна. Мчатся стаями Победы, москвичи, велосипеды. Едет с почтой почтальон. Вот машина голубая, разъезжает, поливая мостовую с 2 сторон. Из троллейбуса я вылез. Папа выпрыгнул за мной. А потом мы прокатились на машине легковой. А потом в метро спустились и помчались под Москвой. А потом стреляли в тире, в леопарда 10 раз. Папа 6, а я 4. В брюхо, в ухо, в лоб и в глаз. Голубое, голубое, голубое в этот день было небо над Москвою, и в садах цвела сирень. Мы прошлись по зоопарку. Там кормили сторожа, крокодила и цесарку, антилопу и моржа. Сторожа давали свеклу 2 задумчивым слонам, а в бассейне что-то мокло. Это был гиппопотам. Покатался я на пони. Это маленькие кони. Ездил прямо и кругом, в тарантайке и верхом. Мне и папе стало жарко. Мы растаяли, как воск. За оградой зоопарка отыскали мы киоск. Из серебряного крана шумом брызнуло ситро. Мне досталось 0,5 стакана, а хотелось бы ведро. Мы вернулись на трамвае, привезли домой сирень. Шли по лестнице, хромая, так устали в этот день. Я нажал звонок знакомый. Он ответил мне звеня и затих. Как тихо дома, если дома нет меня.